Всем добрый день. Если говорить о Уфе, то скорее уже добрый вечер. Прекрасная погода сегодня в столице Республики Башкортостан. И, как вы видите, все готово к началу матча между футбольным клубом Уфа и тульским Арсеналом. Это 8-й тур. Сейчас не об этом. Выходит из ворот Кукушкин, но промахивается мимо мяча. И Камран Алиев упускает вернейший момент на первой же минуте этого матча. Вот затем 5 туров без побед, 4 ничьи, 1 поражение. Синтура мяч получает штрафной, разворачивается и бьет. И тут же, не теряя время, вперед выбивает. Вот с выносом мяча не получилось. На этот раз есть возможность на скорости продвигаться к воротам. Хорошая передача. Ортис обыграл и спасает свою команду Антон Коченков. Но надо отметить Ортиса. И уже не так легко бежится назад. Арсенал мяч неплохо разыгрывает. Прострел идет и... Как не попал здесь Камран Алиев? Ну, это выглядит как пенальти 100%. И разводит Панченко мяч и голкипер по углам. И открывает счет в этом матче Арсенал. 1-0. Ну, то есть совсем ва-банк. Идет Денис Попов, но уже поздно, потому что Арсенал отличается. Максим Кайнов с этого углового головой мяч отправляет в ворота Ивана Кукушкина. И Арсенал впереди уже 2-0. Валится из рук сейчас у подопечных Дениса Попова. И в итоге Иван Кукушкин спасает Уфу после удара Исламжана Насыра. И все. Вот на этом решил дать свисток Сергей Цыганок. И Уфа терпит поражение.